Привет, друзья! В Австрии наступила весна, и она уже нам больше напоминает лето. И в этот чудесный весенний день мы поехали на водопад, с которым сейчас мы вас познакомим. Уже был кадр с этого шикарного водопада в одном из видео, но полностью мы не раскрывали это произведение природы. Вот смотрите, как это называется. Вот. И смотрим дальше. Из этого места также можно пойти. Вот смотрите, мы пойдем с вами 20 минут пешочком на Виндерштайнер Вассерфалль. А также можно дойти 4 часа пешком Айзенкапельхютте. Избушка Айзенкапель. И еще есть Хохобир. 5 часов. А налево пойдешь, Фелькельмарк найдешь. И придешь в город Галицин. Еще по дороге вот такая вот рекламка. Приглашают посетить музей, типа прикладного искусства. Handwerksmuseum. Не знаю, пойдем мы в него или нет, но выглядит это все очень любопытно. Мы когда ехали на водопад, как раз проезжали мимо этого музея. Работает понедельник, воскресенье с 11 до 18. И еще вот телефончик дан. И еще и адрес. Кто-то не дошел. Сделали вывод, что сюда лучше приходить пораньше, часов до 12, чтобы видеть водопад в солнечных лучах. А сейчас еще, может быть, мы сделаем акробатический трюк и перелезем через забор и подойдем поближе к водопаду. Здорово!
терапия в капельках. Видно вам или нет? В общем, водопад просто потрясающий, невероятной красоты и силы. А мы сейчас в пещере, и иногда сверху капает водичка. Вот так. И все это, кстати говоря, вход свободный, бесплатный. Потрясающая красота. После водопада мы заехали на озеро Цельамзе, потрогать водичку и насладиться видом. Холодненькая водичка. Холодная. Купаться еще раз. Ну как, понравился выпуск? Подписывайся на канал, не забывай, оставляй комментарий, делись этим видео с друзьями. А может быть, ты знаешь, в каком видео засветился водопад? Напиши мне об этом. До новых встреч. Пока-пока.